микробы, бактерии, пыль, клещи. Это все долгое время находится рядом с вами, а именно в постельном белье, в диванах, в креслах, в коврах и даже на одежде. Что же делать? Как защитить себя и своих близких? Привет, меня зовут Павел, я эксперт компании Тинши, и да, решение есть. Пылесос с ультрафиолетовой бактерицидной лампой Zenosis поможет навсегда забыть о пыли в постельном белье, диванах и матрасах, с легкостью справиться с крошками от печенья, волосами и шерстью домашних животных. Максимальная сила всасывания целых 350 Вт. Скорость вращения угольной радиационной щетки составляет 6000 оборотов в минуту. Она справится не только с крупными, но и с самыми мелкими частицами пыли, которые недоступны человеческому глазу. Длина провода 5 метров, а вес пылесоса всего 2 килограмма, что подарит вам удобство использования прибора. Фильтр с минеральной ватой и HEPA-фильтр удерживает 99,95% пыли, пыльцы и бактерий. Более того, пылесос Zenosis благодаря ультрафиолетовой лампе может подавлять размножение клещей и снизить вероятность появления аллергических реакций, вызванных различными бактериями. Ее мощность составляет 7 Вт. Давайте же наконец посмотрим на этот невероятный прибор в деле. Для того, чтобы наглядно показать эффект первого применения, мы подготовили для вас комплект постельного белья, который заранее постирали, и ультрафиолетовую лампу. Посмотрите, сколько пыли и бактерий, с которыми не справилась обычная стирка. Что ж, теперь давайте посмотрим. Бинго! Абсолютно чистая простынь! А теперь попробуем очистить диван, на котором буквально недавно отдыхала кошка. И снова максимальная чистота. Главным преимуществом пылесоса Zenosis является бактерицидная ультрафиолетовая лампа. Благодаря мощности в 7 Вт она не только избавит от бактерий и вирусов, но и сделает белье чистым и безопасным. Конструкция пылесоса разработана таким образом, что благодаря фигурной ручке во время уборки ваши мышцы будут находиться в расслабленном состоянии, а заднее колесо уменьшит трение и снимет усталость запястья. А теперь самое интересное – очистка фильтра по завершению уборки пылесоса. Все очень просто. Отделяем пылесборник, повернув его по часовой стрелке. Далее легким движением руки снимаем фильтр и промываем под струей воды. Остается только просушить, и пылесос снова готов к работе. Итак, пора подвести итоги. Пылесос Zenosis – это 3 стадии фильтрации, идеальная сила всасывания, видимый эффект после первого использования. Пылесос Zenosis – ваш личный домашний помощник в борьбе с пылью и бактериями.